будет у нас скоро красота неземная. Но не только у нас, а везде вообще-то. Идет у меня видео или не идет? Подождите, ребята. Идет, кажется. Пошли, пошли. Так. Это, конечно, красота, куда ни глянь. Всегда цветы, всегда травка подстрижена аккуратно. И, кстати, я хочу сказать, у американца постричь траву — это святое. Он может даже на работу не пойти, если ему уже срочно надо подстричь травку и облагородить свой участок. Я это говорю, потому что я знаю по моему мужу. Ему работа, не работа, но газон должен быть всегда быть в порядке. Так, давайте я вам покажу так обзор. Вот смотрите, улицу только сделали недавно. Новый асфальт, дорога. Вот такой у нас вид. Смотрите, здесь мне нравится участок у людей. Летом здесь очень красиво. У них фонтанчик где-то здесь должен быть. Где-то фонтанчик у них здесь. Красивые эти все цветочки. Да, в общем, везде. Мы направляемся в маленький парк. Вот видите, в этой стороне. Смотрите, дом какой. Лоджи. Закрытые, или патио, или лоджи, как их можно назвать. Их по-разному называют. На два этажа. И там, и там. Рози. Ой, столько радости. Давай идем сюда в парк. Пошли. Нравится мне такое строение, когда есть большой выход на улицу. Я имею в виду закрытые лоджии. Да и не закрытые, вот как у меня, допустим. Но у меня сторона не солнечная. Ой, Рози. Конечно, мне бы хотелось бы, чтобы солнечная была. Вообще, когда мы покупали дом, конечно, надо мне было приложить усилия к этому выбору. Зря мы поторопились. А может быть, и не зря. Я всегда говорю, все, что делается, все делается к лучшему. Что ты там такой? Да, здесь собачек много гуляет. Вот так, давай, вот так, и так, и сяк, и растаряк. Все, управилась. Наверное, если бы мы купили именно такой дом, который бы, знаете, мне все нравилось бы в нем. Вот эти большие лоджи, большие окна, много света солнечного. Я бы фиг бы, наверное, бы уехала куда. А так, знаете, если переезжать куда-то в другой штат, то не жалко. Ух ты, дерево какое. Такие деревья красивые. Вот не жалко оставлять, понимаете? Вот оно, наверное, так и есть. Все-таки мне бы хотелось бы переехать из Айвы в теплый штат. Куда-нибудь в теплый штат. В любой. Главное, чтобы он был теплый. Конечно, мне нравится Флорида. Я просто влюблена в нее. Но, как говорится, там и рядом штаты возле Флориды. Рози, нет, иди сюда. Тоже хороши, там тоже тепло. Но имеется в виду, нету такой зимы. Зима, как вам сказать, какая зима? Ну, вот как весна. Плюс 15, вот такая зима. Это хорошо. Так, собачки у нас гавкают. Дома сидят. В каждом доме есть собачка. Кошки, собачки. Ух ты, собачка так прямо в окно ломится, что аж страшно выломиться, что ли. Ну и как вы заметили, каждый дом, обратите внимание, разный. Каждый. Нет ни одного дома похожего друг на друга. Ни одного, ребята. Вот сколько я пешим ходом гуляю, смотрите, я показываю вам окрестности. Сколько я гуляю пешим ходом, ребята, ни одного дома. Абсолютно. Вот смотрите, давайте я буду идти сейчас с этой стороны. Вот видите, дом за домом, друг за дружкой. Рози, давай идем сюда. Смотрите. Маленький, большой, двухэтажный, нет. Но факт тот, что они все разные. Разная постройка. Разная, как сказать, разный план дома. Вот смотрите. Видите, с этой стороны идут двухэтажные дома.
Вот смотрите, один, другой, он там синий, белый, голубой пошел. И у всех разное, все разное. Вы знаете, я так удивляюсь, как это они так строились вначале. Это каждый, наверное, выбирал. Представьте, сколько этих конструкций было. Каждый выбирал свою конструкцию дома. Смотрите, ребята, вот вы верите в это? Разные дома, смотрите. И так везде, весь город наш. Ну, давай еще там лапами подрыгай, как ты любишь это делать. Вот видите, маленькие, большие, все разные. Давно мы здесь не ходили. Я обожаю любить по-честному СИК. Обожаю любить. Ну да. Обожаю любить ходить по частному сектору, разглядывать, что, как, у кого, какие цветы, какие клумбы, какой дом. Каждый дом имеет свою энергетику, это я так чувствую. Ой, там собаки, Рози, хоть бы они не на улице были. То бывают такие, что ломанутся они, видят, и ломанутся могут, по крайней мере. Каждый дом имеет свою энергетику. Я чувствую так ее. Вот бывает, дом красивый стоит, и вроде бы ухоженный, а какая-то энергетика какая-то плохая у дома. А другой бывает, знаете, такой ничем не взрачный, а такой, как светится, как будто светится домик. Ну, смотрите, какие дома. Цены разные. Если маленький домик, там есть такие, знаете, игрушечные, я их называю, домики. Ну, вот смотрите, как напротив. Видите, белый стоит вот сразу напротив этого знака. Белый. Ставни такие бордовые. Вот тот дом будет стоить, наверное, 1050. Ну, и, конечно, и выше. И выше, и выше. Ой, какая елка красивая. И выше, и выше. Начинает 50, а то есть даже и дешевле. Такие, которые совсем маленькие. У нас здесь их много есть. 1030 даже будет стоить. Там на одного человека. Собаке, наверное, места не хватит. Так, видите, сейчас мы переходим на другую улицу. И тоже. Даже маленькие дома, вот смотрите. Вот, допустим, видите, серый дом сразу. Вот этот первый. Вот маленький домик, такие есть. Даже еще чуть-чуть меньше. Вот такой будет стоить 1040, наверное. Как бы так. И люди живут, видите, хватает места. Не знаю, даже семьями видела, живут с детками маленькими. Там одна комната, наверное. Ну, одна бедрумная. Ну, ливен-рум, наверное. Спа, этот, кухня есть. Смотрите, идем мы по улице сейчас. И все дома разные. Все совершенно. Смотрите, все. Все. Вот. О, я такое удовольствие получаю, когда хожу по этому частному сектору. Я это разглядываю, знаете, мне в музей не надо идти. Я вообще не люблю музеи. Терпеть их не люблю. Эти музеи. Мне вот лучше всего по природе походить. Лучшие музеи – это наша природа. Все увидишь. Выйди, как говорится, в свет, и все увидишь. Весь музей тебе будет на ладони. Натуральный. Вот улицу тоже сделали, видимо, недавно. Отремонтировали. Все ремонтируют моментом. Не успеешь глянуть, уже все сделано. Ой, какая красота, тишина. Так хорошо. Смотрите, видите? Смотрите, вот опять улица идет. Домики вот эти маленькие. 1050, наверное. Видите, даже все разные. Даже вход разный. Все, крыша разная. Все разное. Вы представляете? Вот так вот. Вот. Ой, какая елка, какая елка. А когда это все начнет цвести, деревья, листья, ой, какая красота, ребята. Идешь по улице, а я обожаю гулять. Обожаю гулять по таким улочкам, проходиться. Оно все пахнет, цветет, красиво. Знаете, люди копышатся, что-то там выходят во дворе, там что-то, знаете, убирают. Там то все. Ой, люблю я эту суету. Ох ты, ё-моё. Ух ты, ё-моё, ух ты, ё-моё, Рози, давайте сюда перейдем, Рози. Ну его в баню. Давай, Рози. Вы видели две собаки большие? Видели? Вот если там есть дырка какая-то, они могут выскочить.
Ой, так. Вот тоже, смотрите. Такой старенький домик. А так внутри прям уютненько. Смотрите, какой хорошенький. Да? Вот хороший домик. А этот красивый дом большой. Энергетика в нем какая-то вот какая-то не такая. Вот что-то такое отталкивающее. Не в том, что он темный, ребята, нет. Кстати, кирпичи у нас здесь, это очень дорогие дома с кирпича. Или кладку могут просто делать верхнюю. Он не обязательно будет кирпичный. Ну вот что-то в нем такое отталкивающее. Есть такие, вроде бы сказать, и такой приятный-приятный. Так, ну все, ребята, вот мы погуляли. Все. Видите, начинают петушки или что это такое, лилии. Ой, когда же это все это начнется, цветение. А сирень когда будет цвести? Ой, ее здесь много у нас. Ой, ой, много сирени. Да, смотрите, что маленькая березка, что ли, такое, не поймешь. А это здесь фруктовые деревья. Вот здесь. Вот мужчинка живет здесь. Видно там в окошке его, или не знаю, или кто-то там ремонтирует что-то они. О, смотрите, урожай не собрали. Что это такое? Яблоки. Вот они собрали урожай. Вот, пожалуйста, вы видите, вот насадили яблоко, урожай не собирают. Это то же самое, когда я хожу за яблоками. Там есть место, видео я делаю, постоянно варенье варю. Они разрешают мне рвать. Ну, я, конечно, там эта бабушка старенькая. Я ей, конечно, презент делаю. Она деньги не берет. Она презент любит. Ну, не любит, она берет. Я ей просто даю. Хочет она, не хочет, я ей даю. Все равно надо благодарить. Все равно надо. Так, ой, как хорошо. Все, ребята, погуляли. Все.